Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трек. А мне семечек. А мне. Опа, что это у нас тут у нас такие столики, шкафчики? Алюминиевые вставки вот это вот. Вот они. Ну их так легко не выбить, а ну. Раз алюминий. Сука, блядь. Да блядь. О. А, вертушечка Ван Дамма помогла добыть алюминий. Вот так, стань слева прям. Подъезжаем к загородной помоечке сытной. Там Range Rover с прицепом. Range Rover Sport Prep Edition получается. Что у нас на свалочке? О, нифига, шлюпок вообще новый. О, второй тоже вообще новый. Новые шлепки, ребят, смотрите. Тут кто-то порылся. Дим, любишь гроуфуд пузатый? Гроуфуд пузатый. Ого. Вот тут что-то интересное. Целая сумка говен. Нифига себе. Хоушел. Вот это вот то, что тут на картинке, там внутри есть. Вот такая трасса для машинок. Проблема в том, что такой Hot Wheels, я не знаю. Это не Hot Wheels. Нет. Пародия. Ое, бейби. Кольцевая лямпа. Целая, ребят. Помоечка дарит ТикТок. Такая сумочка неплохая. Тут еще и курточка. Да, вообще там благодать. В общем, благодатное все. Так, сумочку сюда, кольцевую лампу вот сюда. Так, пальтишечка. Зара сюда. Короче, у тебя тут, да? Де-де-де, у меня тут о, вот такие вот скороходики женские. Тоже берем. Что тут у нас еще? Колготочки, я смотрю, всякие. Шмоточки. Ну, в общем, а, это детская. Детская не берут. Брать не будем детская. Вот это возьму. Штаны брать не буду. Опа. Продолжение. Что это у нас такое? Опа. Детские вещи. Кипрус. Исландия. Нифига себе, кепочка топовая вообще. Ну, Мустанг. Ран. Так, мне надо вот эту вот отложить себе. А это на продажу. Что это такое? Такой термочайник или что это? Кнопка какая-то и что оно делает? Термос. Шлем, походу, топовый. Шлем? Ого, там у тебя, слышишь? Нихера, там узел вынос. Нихрена себе. Ребят, мотошлем и не один. Охренеть. Нихера Миша нашел. Да там огромный вынос, чувак. Капец, тебе фартануло. Ребят, смотрите, это, кстати, скейтерский шлем вот этот. Да, вот тот прикольный. Тоже топовый. А вот этот мопедный, мотоциклетный, это вот нам кататься. Такой с визором, ништяк. Прям вообще шикарно. Шлемы, вот такой термос в виде чайника. Вау, да, песня. Шишечки всякие. А вот тут чего? Опа, тоже вынос с хаты какой-то. Игрушечный. Опа. А тут у нас что? Ой-ой-ой-ой-ой. О, кусок отвертки. О, для мопеда. Ролики в вариатор. Охренеть, вариатор. Брелок с АК. С автоматом. Вариатор, ребят. Мопедисты, с вас по лайку. Нормально еще. А ну-ка, что тут еще есть? Там еще шарик. Так эта сумочка, наверное, была у кого-то в мопеде всегда. Там запчасти от мопеда. Вот еще ролик вариатора. Латочка вот такая. Зажигалка рабочая. Тут еще один карманчик есть. А тут вот тряпочка для протирочки мопеда. Что-то такое квадратное. Крона? Зачем мопедисту крона, интересно?
Диме тут рэр. Ёбаный свет, это не рэр. Тут, сука, Димя быстрый, блядь. О, ну чё я, блядь, чуть не разбился нахуй из-за закупорок. Да ебать, ему уже 200 лет. Диме. Закупорки уже все, там уже испарились соки. Чувак, чуть не порезался, блядь. Опа, Samsung. Кусочек от него, Диме. Это кусочек кондиционера. Так, требуется детальная экспертиза. Детальный осмотр. Вот тут, вот тут. Да это тоже Биба, Диме. О, Дим, я нашел ампулу с бифидумбактерин. Бифидумбактерин. А если, ребят, вот так сделать? Все, я походу заражен. Бифидумбактерин. О, пылесосик. Сюда пылесосик. Опа. 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 В полном комплекте сюда. Опа. Хорошенький какой. Благодатный пылесос. Медиа на 1600 ватт. С боксом. С проводом. Вообще в люкс состоянии. Смотри. Опа. Болтики, кусочек молоточка обломанного. Вот это да. Ребят, ты тут хозяйничать не надо. А мы не хозяйничаем. Да, мы аккуратно. Вау, это что такое за предмет? Это разжигатель ксенона. Да, вообще много всего. Мужики, тут куча всего интересного. Ля. Проводочки, шурупчички, болтички. Ну вот это вот часы. Ебать! Хублот. Ну это паль. Паленые часы хублот, ребят. Я таки очень мечтал о таких когда-то. Паленые хотел себе приобрести в детстве. Потому что они очень круто выглядят. Топовые, топовые. Норматив. Норматив ебучий, сука. Дима на стиле. На новой машине. Матис у него встал. Опель. Астрал. Анал. Он покупал. Да, Дим? Да. Нравится тебе? Пойдет нормально. Ну мне тоже. Целиком барахолку можно возить. На барахолочку теперь Дима возит здесь товар. Мишаня там все место. Места вообще много. Машина топ, универсальчик. Опель, астральчик. А Матис, Дим, что у тебя встал? Поршня встретились с клапанами, за ремнем не уследил. Ну так вот, мужики, бывает. Но зато продал за те же бабки, за которые покупал. Поэтому учитесь. В течение часа. Ну, значит, Матис был максимально ликвидный. А у меня тут ликвидно или нихуя? Могу сказать, увей, башаленьги, да повеселей. А нет, это конкуренты, сука. Дима, тут такие вообще улики. Это ж... Это... Ой... Не пойму. Вы нас с хаты бабки? Да. Он, это вот либо Плюшкина, либо бабки. Поверь мне, это чуйка, если срабатывает, то это факт. Да, 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 да. Вы нас стали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кассеты. Кассеты Круг. Михаил Круг. Это дорого стоит. Да. Кассеты берут. Ой, нифига, бля. Мы вовремя зашли. Ну все, ты мне мешочки тоже давай. Машину лучше бы подогнал сюда.
Мы тут надолго. Весь мешками? Это все вынос из хаты, ебать. Так нам надо под эти выносы в код коробки брать. Там квартира далеко, там и кухня лежит, я сковородок вижу. Сковородки? Спасибо. Ребят, ну чувачок сказал, что он с квартиры все подряд высыпали в эти мешки. Их драть надо вот в этом баке по одному, а ценное выбирать вот в коробке. Дим, по одному драть? По одному разрывай все ценное в коробке. Я коробки, короче, вот сейчас сюда. Вот это вот самое ценное, отвечаю. Ага. Ребят, мне тоже дико интересно, что в этих мешках. Сейчас будем все разрывать потихоньку. Мешков очень много. Сейчас еще надо коробки большие под это все дело. Эй, новая сумка с пенсией. Новая сумка с пенсией? Там внутри что? Она убитая. Дермантин. Даже, ребят, новая куртка уже ушаталась биркой. Откуда приходят вещи? Вот откуда, ребят, приходят вещи. Вот отсюда. Что там, педали? Нифига. Нормальные педали. Тонометр? Да, в коробке. Ух ты, какой маленький, прикольный. Да, это все, ребят, тут барахла для барахолки, походу, будет очень много. Кассеты выбираешь? Ух ты, Шатунов. Что это, как это с ней так случилось? Это фотография, которую взяли и специально замазали. Прикинь, это реальная фотка человека. Я думал, это картина по номерам, но нет. Ее взяли специально каким-то растворителем, вот так помазали и стерли лицо. Картина без лица. Это тоже можно Спасибо. Продать. Послушали, небо в клеточку. Я не знаю, кассеты все подряд будем брать нет, или что? Выборочно. Я нашел минимум, да ну нахуй, воровские перстни. Воровские перстни? Ой-ой-ой, самодельные перстни. Отливные. Блоки хотят отдать. Нам сейчас компьютер женщина вот отдать пообещала. Нифига себе, ребят, тут вообще демонистическое все. Ребят, кассетный магнитофончик, вот эта тема. Вот это вообще вещь. Охренеть, вот эта тема. Сейчас это редкость такое найти на помойках. Но вот это рублей 500 можно продать как минимум. Так, я думаю, тоже себе мешочек возьму. О, паспорт советский. Ты чё, Дима, там нашел, блядь? Дай пятюню, Дим. Ребят, отбила пятюню рука мне с помоечки. Так это моя рука-ковырялка теперь будет. Смотри, у Димочки техника. Да, Димочка, вот так вот рукой смотри. Оп, хуяришь, понял? Дим, можно вот так, слышишь, загнуть? Ребят, это для хейтеров. Э, лох. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Топ. Я думаю, так надо и оставить. Ребят, прямо сейчас мне написал подписчик и говорит: приезжай, у меня для тебя есть коробочка техники. Посмотрите, что в коробочке этой лежит. iPad и куча в ряд устройств различных, телефонов, планшетов и многое другое. Ребят, вот и подписчик подогнал. Принес вот такую вот коробку. Она тяжелая. Ты где это взял? Я тебе местечко покажу. Вот там вот. Ага. Можно много чего нарыть, там гаражи сносят. И весь хлам из них выкидывают. Нифига себе. Прям реально можно порыться. На тебе тоже вот такой подарок. Спасибо. А ты куда полез? Я за это плачу, это мое. Дима, что? Нюхай бибу. Я смотрю. Ручки запустил свои. Где айпадик? Сюда. А нет. Вот айпадик. Ой-ой-ой-ой-ой. Экран на айфон? Угу. А ты его включал? Нет. Я как это все собрал, так на балкон и положил. Может, он живой. А он есть стимлоток? Нифига себе, тут сколько, да, вообще? Планшетов, раз, два, три, четыре, вообще, сколько их тут дофигища. Вот еще какой-то чинопланшет Кирилла, КБ. Вот даже написаны номера телефонов сервиса. Ну, люди сдавали их, подписывали. Samsung. Нифига себе, экранчики. Ой, прикольная HTC-шка. Ох, нифига себе, это прям вообще раритет капитальный. HTC, капец.
Что, ну договаривались на 100, я 200 дам. Держи. О, спасибо. Ребят, едем с подписчиком. Сейчас он нам будет показывать какие-то гаражи, которые сносят. Мы попытаемся там полутаться. Но вот это все он набрал именно там, на этих гаражах, все эти телефоны. Ну, погнали. Нифига себе, мы приехали, короче, ребят, на эти гаражи, которые снесли. И там уже кто-то лутается. И что, это все ненужное? И сколько вы тут дней лутались? Представляете, ребят, короче, снесли гаражи, и все, что было в гаражах, осталось прямо здесь. Подписчик налутал всю эту коробку техники именно здесь. И тут можно еще полутаться и может что-то найти. Ну, тут много пустых коробок, но если тут порыться, я думаю, что-то да еще найдется. Все, полетел? Ну, спасибо, мы сейчас тут залутаем все. Респект. Спасибо за технику. О, тут сколько всего, ребят, офигеть. Сейчас, может, и айфончик тут найдется. Нифига себе. Мы, короче, ребят, как падальщики, уже под самый конец пришли, тут уже брать нечего. Ну, ничего, мы зато это выкупили, правильно? Нифига себе, с отверткой шпатель. Видели хоть раз такую? Тут отвертка на конце. Нифига, картину нашел вот такую. Лампочки, возможно, новые. Ласты, ребят. Еще советские. Блин, денег это стоит. Маска советская и трубка советская. Нифига себе. Ребят, набор водолазника. Подлутываюсь тут потихонечку. Слышишь? Смотри, ебать, тут огромный пакет челков. Огромный. Да ладно, доставай челки. Охренеть, мы их по 20 рублей продаем. Че, давай сам. О, зарядочка на айфон. Тут вообще типа подлутать можно, я так понял, неплохо. Тут можно целый день рыться для барахолки набрать. Ух, нифига себе, разводной ключ, ребят, ржавый. Но еще побегает. Нифига. Ой-ой-ой, ребят, смотрите, что тут мы увидели. Опа, рама от велосипеда, медные проводочки, комплект резины Nexel. На 4 колеса. Это какая у нас? R16, 205 на 65, R16. Ой-ой-ой, вот это ништяк, можно забирать. Резина в целом еще хорошая. Ну такая, боевая, пойдет. Ребят, еще резину вот тащим, машину. И тут вообще очень много дров. Мы сюда сейчас приезжаем на большой машине, будем грузить поддоны, доски на дрова. Тут очень много, вон еще поддон. Короче, вообще топовое место. Опа, сумочка женский. Кэшбэка нет. Не, нахуй. Хотя подожди. Бля, воняет от него саньем. Вот тут. Опа. А вот это кажется то, что доктор прописал. Обои со звездочками. Два рулона новых и один начатый. Подумаем, может даже и брать не будем. Не факт, что их купят. Их мало. И это вообще... Еба, матрасик неплохой такой. Не, обои, да, имеет смысл брать, если их много. А вот этих рулонов хватит, ну, ни на что чисто, на кусочек. Даже коридор, да, не получится. Шляпеточки убитые. Вот эти, а вот эти. О, вот эти, кстати, вот такие. Вот эти еще побегают на самом деле. Не пойму, возможно, даже Арик. Какой размер? 44. Хорошенькие с виду, неплохие. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это доктор такие нам прописал. Хорошие очень пригодятся. Размер, ребят, имеет значение. Особенно, если это касается болтов. Ого. Мусор взлетает прямо из баков. Опа. Тут, я думаю, что-то может быть. Опа. Наколенник один. Хорошенький. А где еще один? Их должно быть два. Что, мне один-то я не продам один. Йоргут. С вот этими штучками, кусючками. До 25 февраля. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я беру. Ой, как шашлычками пахнет. Ой-ой-ой. Хорошенький. Кстати, а те пылесосы остались?
Там, если шланги есть, они могут сюда подойти к этому. Потому что это почти идентичные пылесосы, и можно собрать будет. Для гаража как раз это. О, неплохая полочка. Вынос хаты какой-то. Выносоподобное что-то. Какая шляпа одна. Такое могли и в бак закинуть. Никакой техники нет. А, ну вот роутер есть. Без блока питания, без ничего вообще. Новый. А у меня дома вот такие же полки есть. И типа понял. Удлинить, да. Да в пизду нахуй. Настя скажет, ты в край ебанулся уже. Чемоданчик. Его можно набить находками и тебе положить. Ну, чисто довести, а потом мусор в него и на кормилицу. Ну, если будет, чем я имею в виду? Ля. Это совок. Совок. Это кожа, это не деремонтировано. Кожа. Ля. Да. Ребят, вот это стиль. Это кожа, пальто такое теплое, зимнее. О, тоже советский стиль. Все советские вещи такие, стилевые еще. О, джинсы мощные, огромные, прям новые. Все советское, да. Вот свитер, пиджак. Такой интересный, конечно. Ну, все такое заношенное. О, денежка. О, талон на одну поездку. 2011 год. Ты в кармане нашел, думал деньги. Оно шурустело так. О, спортивка. Ой-ой-ой-ой-ой, Пума. Ля, ребят. Вот это стиль. Пума. Вау, да. Блин, еще бы мастерку. О, нифига, прям с биркой новая. Простая прям, дедовская. А, US Polo. О, смотри. Это может быть Арик. За границей брали Marshall с магазина. $15 стоило. Оригинал. Капец, ребят. Как мопед загружен. Его еще выше можно загрузить. Зеркало вообще топ. Целое полностью еще сохранилось. О, так. Вынос с хаты. О, еще какая-то мастерка. Пропаленная в двух местах. Вообще стулья прикольные. Тут еще второе есть. Такие можно было под гараж поставить, чисто сидеть, понял? Может, заберем их, ребят, эти два стула в гараж. О, так и знал, что будет еще одно. Вот тут и третье. Да это советские стулья, они, блин, переживут столько еще всего. Так что можно забрать все три. Так, что у нас тут по выносу с хаты? Ароматные палочки в гараж мне. Вот такая щеточка, которую можно продать. О, еще сколько палочек там. И они там в коробках. Да эти ароматные свечи, ребят. Дезик почти полный Рексона. Мыльные рыльные тюбики я забираю. О, это что такое у нас? Новая футболка. Минприроды Хакасии, вау. Хм, это можно тоже взять. Может, кто-то купит. Вау, MSI, нифига себе. Ребят, SteelSeries. Коллаборация, видимо, с MSI. Охренеть. Компьютерная мышка игровая. Вообще прикольная. О, очки, походу, какие-то. Ха, нифига, какие очки уматовые. Тут две пары. Прям все забираю вот так. Вау, а это что? Это прибор для депиляции ног, ребят, специальный, женский. Так, дезика вот здесь нет. Это для Айкоса штучка. А это что? Парик? Кусок капюшона. Тюбичек мыльно-рыльного. Еще мыльно-рыльное. А вот и Айкос. Кстати, баллон пустой. Айкос, ребят. Работает? Не, не включается. Это вообще старая модель. Но он в полном комплекте и целый абсолютно. А он сел уже, его зарядить надо. Ну, неплохо. Продать такое тоже можно. Палочка пахучая. Еще палочки пахучие. Какие-то подтяжечки. Но это не купят. О, масло гавайское для быстрого загара. Не, не надо такое. Так, а что у нас вот тут еще есть? Я смотрю, что-то есть. Какие-то тряпки. Блин, офигеть, помоечка порадовала. Вообще балдеж. Что-то вот тут есть. О, да. Какие-то колоночки. Странные, правда. Какие-то очень странные.
какие-то супер дешевые, супер китайские. Смотри, странные какие колонки. Они легкие, кошмар. Это самый бюджет, это типа сабвуфер, походу. Я, знаешь, типа как определяю, если уже оно сделано из пластика, то это уже ни о чем будет. Ну это по-любому видно. Ну это чисто на барахолку там продать. За 100 рублей, за 50 может. О, нифига, какой матрас, ребят. Ребят, хороший, очень хороший матрас. Прям очень-очень, еще и с подложкой. Блин, я бы такой матрас на самом деле бы забрал. Мне на дачу такой бы пригодился. Только как мне его везти? По ширине, конечно, можно установить, но он будет столько места занимать. Блин, может на машине приеду и заберу этот матрас на дачу. Ребят, он просто шикарный. Реально. Сейчас еду в гараж, беру машину большую и забираю матрас. Потому что такие матрасы очень дорогие. Бренд Opmatec. Вот столько новый стоит. Здорово. Здрасте. Там три пылесоса есть. Ага. Два телефона. Могу отдать. Нифига себе. Спасибо. Мы тут эти квартиры сдаем, и пылесосы накрываются. Я их, короче, сюда приношу, не выкидываю. Угу. Сюда смотрю. Ну, как бы это, думаю. Охренеть. Не укачу. Сейчас смотрел тебя. Охренеть, спасибо большое. Пожалуйста, что зайдет? Да, а у вас нельзя этот матрас мне сохранить, а то его сейчас заберут. А, не, имею в виду, типа, куда-то занести, в подъезд может. Я очень на дачу его хочу забрать, но я боюсь, что есть... Давай занесем сюда. Давай. Сейчас. В подъезд, да? Можно даже на этаж. Да, можно в подъезд, я думаю, не будут ругаться. Я где-то через час его приеду, заберу. Просто, блин, сам недавно хотел себе матрас взять домой. А цены на них просто кошмар. А это на дачу самое то. Он вообще хороший. Какие меня все-таки хорошие подписчики смотрят. Сейчас говорит, вот я тебя смотрел, пылесосы для тебя откладываю, там что-то еще. Вот тебе бесплатно отдам. Обалдеть. Все, на сохранение тащу матрасик. Нифига себе. Samsung, что с ним? Samsung Galaxy S20. И какой-то китайский такой. А что это? А, сварочник. Нифига себе. Нифига себе, ребят. Ну прям сегодня это день такой это. Все забрали, да. Благодатный. Охренеть, ребят, сколько добра мне подарили. Еще два таких телефона, которые можно восстановить. Я, ребят, вообще вдохновлен. У меня самые лучшие подписчики. Спасибо. Большое спасибо, ребят. Если у вас есть вынос из хаты, пишите мне в ВК, кто с Краснодара. Даже если вы вообще живете в другой точке России, я все это приму в дар. Присылайте мне посылками. Я буду приезжать, все забирать. Только с радостью. Ребят, налутали вынос. И сейчас буду разрывать, смотреть, что у нас тут. Возможно, что-то интересное. Уже набрали чуть-чуть техники. Так, о, такая толстовочка пойдет. Пацаны на разрыве. Работаем чисто на результат. Веночек вот такой. Новогодний вообще-то это, непоминальный. Так, вещи всякие разные. Но буду выбирать самые прям элитные. Ремень такой бибный. О, сумочка. Сумочка Ашан. О, спортивная адидасовская кофточка. Кстати, очень интересная. Такая, да, неплохая. Так, и вот тут еще всякое. Тоже всякие тряпки. Кожанка или что? А, юбка на молнии. О, техника. Техника, ребятки. Соковыжималочка. А, кофеварка. Philips. Но она без крышки. Крышки нет. Но может и так купят. Скорее всего нет, Дим. А вот, Дим, крышка есть. И ручка. А, это от... О, ребят. А ну дай покажу. Ребят, ну вот, в общем, так она выглядит. Philips кофемашина. Это рублей вообще за 150 продастся. Ой, стекла, вот это вот опасно, капец. О, как теточечка такая, кстати. Ну, она вся в шерсти. Ну, в общем, тут вынос неплохой был, конечно, интересный. О, медный кабель. Прям такой, кстати, хороший. Два даже, да.
Блин, кушать хочется. Вот найти бы такого печенья Бельвита, вот так, блядь. У меня засветы все это время были. Вот такого бы печенья найти в помоечке было прекрасно, а то я голодный. Ой, а с таким светом вообще темно. Опа. Ого, какой там механизм внутри. Я аж пукнул. Ребят, вот это жуть. Я сейчас обосрусь, если оно заработает. Я что-то включил. Ой, ребят. Вы слышите? Ой-ой-ой, вот это жуть, вообще кошмар. Я этого очень сильно боюсь, вот таких тем. Опа, утюжок был. Ребят, зацените, что нашел. Какие-то трансформаторы для щитков с большим напряжением. На 160 ампер каждый, вообще новые. Это на Авито можно продать. Нифига себе, АББ фирма. Вот один, вот столько стоит, представляете? АББ 160 ампер 1-GG. Что-то там написано, короче, не разбираюсь. Но они вообще новые, охренеть. Там, походу, может еще есть, не? В этой коробке какая-то сумка интересная такая вся, правда. После апокалипсиса разорвали ее, разрезали. Я не знаю, зачем так делать. Вот это вот, может, на Авито уйдет за нормальные бабки. О, смотри, коробочка одноразочка. Блин, подхавать бы, найти что-нибудь. Фу, ебать, я в дохлятину влез. Фу, блядь. Ребят, я, конечно, все видел. Но сапоги с бородавками я еще никогда не видел. Посмотрите на структуру. Ребят, бородавки. Охренеть, это разве стиль? Бородавки просто, вот бородавки, реально бородавки. Я аж пернул, ребят. Такого я еще никогда не видел. И это как будто кожаное. Неужели это вообще стильно выглядит? Бородавочные сапожки. Оставлю для бомжихи конкурентки, ей пригодятся. Я есть хотел, вот и на нашей улице праздник. Давай, давай. Пацаны, вот это праздник. Ой-ой-ой. Ебать, хлеба. Ебать, конфеты. А вы какого? Фу, блядь, расмердит-то как, ты понюхай. Сосиски-то нормальные. На куране. Да мясо на похуй нам, нам вот это вот. Ебать. Ядрёна копыть, сосиски классические. Смотри, беременные салаты. О, баняни. Ой, а что он такой? Как будто его куда-то уже вставляли. И дымоход им прочищали. Не, ну сосисочки, пацаны. А вот это как вам? Тефтелька с этой, с пюрешечкой сразу комплектик. Знаешь, там не очень живое. Ой-ой-ой, вот это с кузюмом, я сейчас въебу слоечку. Булки хорошие, булки я уже себе даже. Стекла аккуратно. Что это? Сы-сы-сы. Ой, печенье. Или что я? Перчатки. О, вот новые строительные. Новые строительные. Хорошие. Ну, они не новые, но хорошие. Где эта коробка с красками? Нифига, мы тут, ребят, красок всяких нашли. Вот куда вот это вот все краски, клей ПВА. И вот много перчаток в пакете. И вот какой-то игровой инструмент или что это? А, это вазочка. Ребят, я просто в шоке. Пацаны сейчас нашли такой дорогущий утюг. От его цены я просто поражен. Это утюг Борг в отличном состоянии. Вот это вот полотно, вот это вот гладильное у него в идеальном состоянии. Ребят. Этот утюг стоит 28 тысяч. И прямо сейчас он в наличии есть и продается. Тут, походу, вот экранчик на утюге. Вот здесь вот так откидывается для заправки воды. Вообще фирма Борг очень дорогая. Но если этот утюг рабочий, такой можно 1000 за 10 продать. Это просто мощь. Оно очень сильно выглядит. Посмотрите, капец. Вот это находка, ребят. Вот столько он стоит новый. Вот столько этот утюг. И провод вообще в отличном состоянии. Сейчас скажу, какая модель. Утюг Борг. Сделано в Китае. Модель 1780. Да ты, да, Миш, нашел? Что думаешь, за него получишь? Да. Такую вещь нельзя просто на барахолку за 100 рублей тащить. Нет, на самом деле, это очень понтовый утюг. Причем, блядь, я вот так вытянул вообще неожиданно. Кусок провода. Вот так вот.
вот так вот увидел. Ага. Вот ништяк. Помойка обогащает. Если продашь утюг, это можно, блин, купить себе MP3 плеер с наушниками.